Каждый, кто придет на участки для голосования, станет частью истории страны. Такое мнение выразил депутат областной думы Дмитрий Горицкий. Он заполнил бюллетень в числе первых участников голосования. НАТО он и называется основным законом, который, в общем-то, должен быть фундаментальным. И когда мы вносим изменения, предлагается внести изменения, предлагается всем гражданам России прийти и высказать собственное волеизъявление. И для меня это часть истории, и я являюсь этой частью истории. Я думаю, что этой частью истории будет являться большинство россиян. И те изменения, которые предлагаются на сегодняшний день, на мой взгляд, они действительно являются важными, и основной закон претерпел, как раз настал тот момент, когда необходимо внести корректировки в его положение.